Компания Mobile всегда старается создавать своим абонентам комфортные условия связи. Она своевременно реагирует на нововведения и наиболее удобные и полезные из них внедряет в свою работу. Одной из долгожданных и необходимых внедрений стала услуга AproPay. Теперь благодаря ей абоненты Mobile могут пополнять мобильный счет себе и своим близким с дебетовой карты Apro в любое удобное время, не отрываясь от других важных дел. Для того, чтобы услуга AproPay стала доступно держателю карты Apro, необходимо подключить услугу смс-уведомления. Это делается в отделении банка или в ближайшем банкомате, достаточно просто. После этого абонент на сайте Mobile либо в официальном нашем мобильном приложении выбирает в качестве способа оплаты карту Apro, вводит необходимые данные, к примеру, там номер банковской карты, номер пополняемого баланса, необходимую сумму для зачисления на баланс. И после этого система в течение нескольких минут обрабатывает всю эту информацию, и абоненту приходит смс о пополнении баланса. Мы эту услугу создали силами собственных специалистов. Инфраструктура под эту услугу была создана Национальным банком, платежная система Apro. И мы, как оператор, понимали, что нашим абонентам было бы удобно с помощью этой банковской карточки оплачивать услуги связи. Для Абхазии подобная услуга новая, однако абоненты Mobile уже активно ею пользуются и отмечают удобство данной функции, так как не всегда есть возможность и время дойти до терминала для пополнения баланса, а оставаться без связи современному человеку совсем не хочется. Пользуюсь, это очень удобно и не приходится думать, где пополнить счет, то есть где бы ты ни находился ночью, днем. Очень удобно, я рада этой функции. Очень-очень спасает прямо. Я только за такие прогрессивные способы оплаты и других услуг тоже. Ну, предоставление более там, качественных, новых каких-то услуг. Вы уже пользовались? Нет, пока не опробовала. Но обязательно попробую. Дома сидишь, вот. Спокойно пополняешь с карточки. Очень удобно. Для пополнения баланса с помощью AproPay абонентам доступны разные способы: USSD-команда, мобильное приложение Mobile, сайт компании через SMS на короткий номер 7707. Таким образом, каждый может подобрать удобный ему способ пополнения баланса. Преимуществом USSD-команды является то, что с ее помощью пополнить мобильный счет можно и при отрицательном балансе. Сарья Смыр, Роберт Ломия, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.